Большая синица. В дикой природе встречаются в разнообразных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по берегам водоемов. Это, как правило, не перелетные птицы, и большинство больших синиц не мигрируют, кроме очень суровых зим. Обычно в этот вид включается множество подвидов. Большая синица остается самым крупным и наиболее многочисленным из всех встречающихся видов рода синицы, в частности в России. В период размножения питается мелкими беспозвоночными и их личинками, уничтожая большое количество лесных вредителей. Его основу в этот период составляют гусеницы бабочек, пауки, долгоносики и другие жуки, двукрылые, мухи, комары, мошки и полужесткокрылые, клопы, тли и так далее. Также употребляют пищу тараканов, прямокрылых мелких стрекоз, сетчатокрылых, муравьев, пчел, предварительно удалив жало, двупароногих многоножек, клещей и других. Из всех воробьиных, не считая сорокопутовых, являющихся хищниками, у большой синицы имеется наибольший список объектов охоты, у которых она, убив, выклевывает мозг. Данный факт подтвержден для чечетки, обыкновенной овсянки, мухоловки-пеструшки и, вероятно, желтоголового королика из млекопитающих летучих мышей. Начиная с 2000-х годов строго документированные доказательства хищнического поведения больших синиц находят свое отражение в публикациях в научных журналах. Thank you.
Thank you.